где это место начинается? Сейчас вы сами увидите. Уже скоро? А почему вы притормаживаете? Потому что криво едет. А поворот, да? Поворот, да. А вы с какой газеты, можете спросить? Про город. Про город. Так что смотрите там себя, фотографии с вами. Да. Мне вот интересно. Здесь вообще, да, у вас практически минимальная скорость? Ну да, здесь как раз таки прямые стрелки, повороты. То есть туда за ворот есть стрелки. Это спецчасти, спецучастки, где должно быть, ну, ограничение скорости где стоит. Угу. Почти до нуля, да, сбросили? Нет, до нуля 15. Этот спидометр, к сожалению, не исправит. Работает только это. На этой остановке даже начаться. Да, вот дальше вот мы спустимся, там как раз там. Может быть, из-за того, что мост, какие-то такие свои нюансы там есть. Да. Видимо, скорее всего, из-за этого не могут никак сделать амортизацию, что ли, я не знаю. Вроде реконструкция была, да? Такая долгая, основательная. Вот оно началось, да? Нет. Это еще не оно? А что здесь не так? Ну, по ощущениям, что здесь? Ну, сейчас чувствуете дребезжит вагон? Да. Если я еще больше разгонюсь, то есть он еще больше дребезжания будет. Какая у вас сейчас скорость? 15. Ну, здесь лучше 15-20 км в час проезжать. Потому что здесь, во-первых, на уровне рельс машины ездят. Бывает камень или сквозной, ну, металлическое что-нибудь. Может попасть в лобок. И если на скорости проехать, то можно подскочить и сойти с рельсы. С точки зрения безопасности тоже поехать. Ну и все, так все остальные участки.